have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки из Spirit of the North. Вот два лиса смотрят друг на друга. Я не пойму, у нас тут дверь закрылась после того, как я зашел. Почему? Ну хорошо. Мне нужно запитать этого лисца. Я же приходил сюда вроде как Ага, вон цветочки. Я бы вернулся, запитал его на самом деле. Он выглядит так, как будто это можно сделать. Мне этого не хватит, вы издеваетесь. Игра, не будь душнилой. Успеть туда добежать, но для этого мне нужно успеть запитаться. Так, успокойся ж ты. О, посох. Здрасте. Опять воткнут в вершину, кстати. Ну почему ты не прыгнул-то? Ну почему не прыгнул-то? Ладно. На этот раз игра прям сходу нам дала посох, говорит, на. Ну, туда нельзя, там невидимая стенка. Пока что положу возле этого цветочка, потому что это единственная тут достопримечательность, похожая. На что-то. С другой стороны, блин, посох же, он будет гореть, если мне его, я буду приближаться. Лучше возьму его с собой. Понимаете, мне нужно в духовную форму. Для духовной формы мне нужно зарядиться. А как я могу зарядиться, если тут нету... Откуда? Спасибо, но я оттуда уже забрал. Понимаешь, в чем прикол? А, я могу посох... Нам туда, я понял. А если я посох положу на кнопку, это будет считаться весом? Подожди. Нет, посох весом не будет считаться. Тогда. Ну, ребят, ну извините, это бред тогда какой-то. А как? Где мне энергию-то взять? Я же не могу спирит-форму получить без энергии. А энергии тут не хватает, потому что только один цветочек. То есть, извините за фигня? И вернуться я тоже не могу, потому что меня тут почему-то заперли. И лисца я запитать тоже не могу. Игра, ха-ха, прекрати. Подождите, давайте искать. Я могу вернуться вот таким вот образом. Окей. Как я там эту дверь открывал? Вот этих надо было поворачивать, да?
игра, ха-ха, прекрати. Так, кстати, вот эту вот штуку надо бы запитать, наверное. Давайте еще пойдем подзарядимся разочек. Ну, это, ну, не знаю, по крайней мере, на данный момент это максимально глупо. Почему эта дверь закрылась? То есть, смотрите, в чем прикол. Мы с вами в прошлой серии открыли вот эту дверь, прошли, и там случилось сохранение. Смотрите. Я захожу, и дверь не закрывается. Почему, когда я загрузился, дверь закрылась? Да, она просто закрылась. Ладно, ладно. Извините. Ладно, оно закрывается. Но хорошо, хорошо, хорошо. Дело даже не в этом. У меня тут цветочков недостаточно. Тут дают вон один цветочек, который не заряжает полностью, не бафает нашу энергию. То есть вот таким вот кривым способом потом возвращаться? Да не, дякую, не хочу, спасибо. Так, хорошо. Духовной формой я не могу эту штуку взять. Окей, я понял. Я могу туда успеть. Неужели мне каждый раз придется вот таким вот кривым путем заряжаться, чтобы... А как я сейчас с этой стороны смогу зайти или чё? Как это будет происходить? Теперь могу тут подняться или тут пройти как-то? Вот он. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Тут мы разобрались, это на самом деле не проблема. Единственная пока что проблема, что мне нужно как-то зарядиться опять. И... Это который человечек? О, у меня новый лисец открылся. Черный, у, красота. Следующую серию на нем погоняем. Человечки вроде как идут подряд пока что. Из того, что я вижу, это тоже здорово. Вон, цветочки зарядиться. Хорошо, хоть на этот раз не придется назад бежать. Это я немножко в фрустрации был... Начало серии. Вот, видите, тут один цветочек меня заряжает полностью, а там нет. Что странно. Так. Да-да-да-да-да-да-да. Камушки, камушки. Мне нужно... Я же не могу сейчас эту штуку, да, перепаять. Тут тоже есть цветочки, тут хватает. Нам нужно корни разбивать. Что, для этого выше надо? Не достает такой гавк? Хорошо, давай выше. Ну прыгнешь ты, пожалуйста. Ну я же нажимаю. Ну почему ты не срабатываешь? Откуда на тебя нужно гавкать? Оттуда? Блин, игра, прекрати, пожалуйста, мне мозг сегодня выносить. Ну почему ж так-то? Нет. Да?
Это мы одну очистили, да? Одну из скольких? Из двух, трех, четырех? Ну хорошо, допустим, давайте мы ее сразу включим. Где она? На. Я... Ну дай мне тут еще раз запитаться, ну... О, спасибо, давай. Супер. Так, это мы одну открыли. Получается, из трех. Нужно за корнями следить. Мне вот эта дверь открылась. А, нет, я из нее пришел. Да, хорошо. Так, корешки, корешки, коринчики, вон туда. Вначале это было прикольно, когда он отряхивался. Когда он так начинает делать каждый раз, это начинает немножечко подмораживать. Ну, то есть, да, я понимаю, что это прикольно, все дела, но... Знаете, есть такая штука, как геймплейный момент, и вот ну, когда это затормаживает настолько... Ну, он явно же вот эту гавкнуть надо. Почему ты до этого не срабатывал? Я тут вокруг тебя с бубном пляшу столько времени. Блин, ну в самом-то деле, ну видно же было, что и буква активируется, буква, кнопка активируется. Блин, еще и под хвост мне показывают. Не знаю, почему, ну зачем, игра, ну все же у нас нормально с тобой было. Че ж ты меня сегодня так бесишь-то, пожалуйста, прекрати, я не хочу. Ай, осталось третью где-то найти, сейчас еще зарядимся. А, их все-таки 4, твою за ногу. Written stone. Записано в камне. Ачивочка приехала. Так, еще 2. Вон там наверху, да, вижу. Как добраться пока не вижу, но там наверху вижу. Пропрыгать, про... А, по этим дальше просто пропрыгать? Ну давай, типа без духовной формы, а просто... Ах ты бездуховный. Я что-то провтыкал этот момент, что можно просто пропрыгать там дальше, не нажимая на эту кнопочку. Раз обычным, ну типа духовным лицом туда можно допрыгнуть, значит и обычным можно. Да-да-да-да-да-да-да. Зарядись, пожалуйста. Так, третью расфигачили. Супер, сейчас будем смотреть, где четвертая. Давайте пока сверху посмотрим. Ну, я понял, спасибо. Так, а четвертая у нас... Зарядите меня, пожалуйста. Спасибо. Четвертая... Это я вон там, то есть это нужно просто вернуть. Интересно, я мог сразу опять же обезвредить или... Блин. Ну, прекрати. Где этот вход был наверх? Вон он.
Это несложная загадка, оно все сразу видно, все тут, вот сейчас я столкнулся именно в кривости управления и... Вот потому что я сейчас нажимаю прыгать, а оно не прыгает, ёпарасете. То есть оно рассчитано на то, что ты по миллиметрику допрыгиваешь, но когда нажимаешь прыгнуть вовремя... Нет, спасибо. Все, теперь их надо запитать. Что-то случится, блин, не знаю, какой-то... Хоть бы не локальный Армагеддон. Спасибо, спасибо, заставка, спасибо, я понял. Давай. Фиг с тобой. Давай, давай уже упадем тогда, давай, давай. На самом деле, не принципиально. Запитываем первый. Расцветайте цветочки. Запитываем третий. Надо будет еще раз зарядиться. Никуда нельзя ходить без заряда. Видите, тут он имеет ключевую роль. И очень часто это прям подставляет, когда его нету. Когда приходится прыгать, блин, за этим зарядом. А, я думал, я тону, что он просто устал, и я начинаю тонуть. Но нет, просто вода начала уходить. Ну что ж, мне вниз. Труп я тут нашел, загадку я тут решил. Я надеюсь, что здесь больше не будет... Ну, если я сейчас... Блин, я не зарядился, ну, молодец. Если я сейчас пойду вниз, мне кажется, что здесь где-то еще был один труп. Спасибо. Заряди, пожалуйста. Это все тоже происходит крайне долго, крайне... Ну, знаете, нестабильно, так скажем. Ну что ж, нам, видимо, сюда? Я другого пути не видел. Ага. Слалом занимаемся. Слаломом. Слалом называется, да? Так, а зачем это место? Что, где вылез, обсушился и что? Нырять я вроде не умею. Ладно, поехали дальше. Вот и сохраняшка. А, по крайней мере, закончился этот страшный красный фильтр, который был, который меня бесил сколько там, 2-3 серии. Так, тут нам сразу и цветочки. Еще и Chapter 5 начинается. Да ну, серию только рано заканчивать, поэтому поехали дальше. Не будет сегодня от чекпоинта до чекпоинта, будет сегодня немножко подольше. Что с освещением вдруг случилось? Знаете, просто как выключатель кто-то рубанул. Так, ну тут вроде наверху ничего нет. Можно вон там, вон наверху еще, конечно же, чекнуть. Не тормози, пожалуйста, игра. Тебе тормозить нечем. Ты не потребляешь столько ресурсов, чтобы тормозить. Тут невидимая стена. Ладно, в принципе, тогда поехали просто дальше. Чтобы вы понимали, эта игра на данный момент потребляет примерно 15%. Ага, понял тебя. Это портал? Это, скорее всего, перепрыжка некая. Я бы пошел бы сейчас зарядился бы, на самом деле, перед тем, как в эту штуку лезть.
Я себя чувствую небезопасно без зарядки. Что без зарядки не работает ни одна способность. Ни призрачная ходьба, вот это вот. Да, это перепрыжка. Окей, оно так и выглядело, как пружина. С этим проблем нету, вроде как. Но. Мы же пойдем своим особым путем, мы сейчас будем тут лазить и вынюхивать каждый камушек. Знаете что, меня это немножечко поддостало. Возможно, просто только возможно, только возможно. Я, наверное, подзабью на поиск. Ну, просто, не знаю, за прошлую пару серий меня это очень сильно вымотало. Если я увижу, что я где-то пропустил... Что? Где, что? Ага, нам туда, он обрадовался, хорошо. Если я где-то, ну, я увижу, что я пропустил человечка, я больше не буду делать, как в прошлой серии, мотаться и выяснять 100-500 раз, где оно, что оно. Так, лисцы, привет. Вас можно запитывать? Или вас... А, вот это нужно запитать. Перепрыжки образовались. Хорошо. Спасибо. Тут на самом деле неплохое место, чтобы что-то заныкать, но нет. Этого не оказалось. Можно я туда еще наверх, наверное, схожу? Уж очень приглашающе это место выглядит. Посмотрим. Посмотрим, смогут ли они меня чем-то тут удивить. Я же не отсюда пришел, я же оттуда пришел. Что ты нашел? Видишь? Я же сказал, что надо сюда сходить. Так, он должен быть где-то здесь наверху, я надеюсь. Мне все-таки туда-туда. Прям вот туда, вон туда. Я понять. А посох даже не пытается дымиться, да? То есть я без понятия, куда мне его надо. Далеко, недалеко. А, во-во-во-во, мы приближаемся, нужно было просто по этой тропинке дальше идти. Где? Наверху где-то. Где этот душнило маленький? А, вон он. Давай, Skyrim style. Серьезно, я вот сюда должен вот так вот был забираться. Ладно, по крайней мере, в этот раз он мне помог. Честно. Я бы, наверное, не догадался, что здесь. Ну, это который? Это следующий. Ладно, пока что можно жить. При том, что вообще нет ни одной гарантии, что... Сейчас прямо здесь же не будет еще и второй, потому что территория-то огромная, посмотрите на нее. Так, я же так не воспользовался активированным прыжком, да? Что ты хочешь? Ты туда хочешь? Пойдем, в принципе, туда, я ж не против. Давай тут наверху только посмотрим. Ну, кстати, цветы наверху.
Я больше на этой территории никого не вижу. Пока что не вижу. Нет, они не зажигаются, эти ворота сломаны причем полностью. У нас там есть проход, я в принципе не ною. Или нет, да вроде же был. А, мне нужно, чтобы меня именно катапультировали отсюда. Тогда мне точно нужно включить... Блин, а где оно включается? Пойдем обратно. Им тогда нужно точно прыгалки включить. Раз ворота сломаны, и меня может отсюда только перепрыгнуть. Причем оно, видимо, работает какое-то определенное время. Нужно включить и проследовать по ним. Сейчас осталось только вспомнить, где оно включается. Да, 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 я понимаю, что отсюда. Я вижу, что отсюда, а... Вот тут оно где-то включается. Да, вот он. Нужно время, скорее всего. Перепрыгни, пожалуйста. Ну, да просто, блин, и знаешь, куда можешь пойти, игра? Ну это же бред был, но оно же там застреет просто, и, да чтоб тебя. Ну зачем? Ну это же даже не челлендж, это же даже не интересно. Интересно, если бы тут все было отлажено, если бы все хорошо работало. Оно же, блин, работает через задницу, ну как так можно-то? Вот то, что я говорил до этого с камушками. Прыжки по камушкам рассчитаны прям по миллиметрам. Чтобы ты еле-еле допрыгивал. Но при этом, если ты прыгаешь прям с краешка, то оно работает просто отвратительно. Потому что у тебя то прыжок не срабатывает, то еще что-то не срабатывает. Ну, прыгни меня! Видишь, это неправильный перепрыг. Мне надо сюда. Ой, слава бананам. Сохранёшка прошла, спасибо. Давайте тогда вылазим, будем на этом серию заканчивать. Я, по крайней мере, потом... Ну, не потом, сначала следующей серии уже посмотрю, где тут можно подзарядиться. Не люблю, когда так. Но, ребят, или сделай, если хотите челлендж, сделайте, чтобы все работало. Или сделайте тогда немножечко прощения ошибок. Блин, такое, ладно. Все, хватит гундеть. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.